Глубина 15 метров и крайне стесненные условия. В эти дни в железнодорожном районе Ульяновска проходит уникальная операция по замене водопровода. Речь идет о 150-метровом участке магистрального водовода, проходящего под железной дорогой в районе переулка Хрустального. Из-за большой глубины трубопровод полностью вскрывать нельзя, поэтому все работы проводятся в глубокой штольне. С помощью малогабаритного гидравлического оборудования рабочие буквально выталкивают старые проржавевшие трубы из штольни, сразу же заменяя их новыми. Особое внимание штыкам. Сварочные стыки подготавливаются и свариваются непосредственно в штольне на большой глубине. Проводим также ультразвуковые исследования каждого сварочного соединения силами, собственными силами, силами инженерного состава лаборатории внушающего контроля диагностики нашего предприятия. На время проведения работ холодная вода жителям подается по временной схеме. Для этого в районе перекрестка улицы Локомотивной и переулка Хрустального в действующую сеть проложена специальная труба-перемычка. Работы ведутся в две смены. Завершить ремонт планируется до 20 декабря. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.